Всем привет! У меня, похоже, профдеформация случилась. Пишет мне Семен Серебряков, просит разобрать песню «Лафул». А я взял что-то одну гармошку, другую в одной позиции, в другой, говорю, что-то не могу никак сыграть, давай что-нибудь другое выберем. Он говорит, окей, я тебе другую пришлю. А сам Сереге Левину пишу, представляешь, не могу ничего придумать, что-то не так не играется, не эдак. Он послушал, говорит, слушай, ну она очень простая. В припеве там ля мажор, а в куплете ля минор. Я говорю, ни слова больше, я знаю, как это играть. А Семен мне уже другую мелодию прислал. Говорит, ты знаешь, я понял, как это играть, ту или эту. Он говорит, давай эту. Но, говорит, у меня есть только две гармошки, до и ля. Я говорю, все, сошлось. Куплет мы играем на до гармошки в ля миноре, а припев играем на ля гармошки в ля мажоре. Она очень простая оказалась, так что там особо нечего рассказывать. Марио у нас сегодня такой в белой кепочке. Играем лафул на до и ля гармошки. Поехали. Вот, ну как я обещал, действительно очень просто, там только вот переход из куплета в припев, там с овербендом фраска, вы можете вообще не играть, она там особо не нужна, и так все будет нормально, ну так вот при всей простоте мелодии, да, там влез овербендик. Вот, вот такая мелодия. Сереге Левину спасибо за подсказку, Семену спасибо за донат и за заказ, я с вами прощаюсь, до скорого, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и регистрируйтесь у меня на сайте видеогармошки.ру, я там выкладываю табы и минусы для своих выпусков. Все, до скорого, пока, еще увидимся.